Добрый вечер, уважаемые друзья. 3 февраля 2024 года. Мы находимся с Васей в Лисичанске. Продолжаем работу по формированию добровольческого подразделения «Днестр». Много задаете вопросов, спрашиваете, почему мы не выходим в прямой эфир. К сожалению, не можем выйти в прямой эфир за скорости интернета, поэтому информацию будем выкладывать в записи. В ближайшее время дадим полное разъяснение по вопросам просроченных паспортов, по вопросам нелегальному нахождению на территории Российской Федерации. Есть ли возможность войти в наше подразделение? Как приехать? Где места дислокации? Где отборочные пункты? Как все происходит? Друзья, на все вопросы мы ответим. Приглашаем в наш добровольческий отряд казачий «Днестр» имени Дмитрия Кантемира всех желающих, кто обеспокоен положением дел и кто беспокоится за свою страну. Вась. Да, уважаемые друзья, повторюсь, продолжается работа, но также не забываем про гуманитарную помощь. Эта работа тоже ведется, продолжаем гуманитарную помощь мирному населению раздавать. Какие-то необходимые вещи для наших ребят. Сейчас очень необходимы теплые вещи. Опять же, носочки, шапочки, перчаточки. Это как расходный материал в нынешних условиях погоды. Это все очень быстро изнашивается, приходит в негодность. И сами понимаете, требует замену. Поэтому гуманитарную помощь тоже не прекращаем. Работу продолжаем. Всем всего наилучшего, добра, мира. Присоединяйтесь. Друзья! Работаем. В ближайшее время следите за эфирами. Всем добра.